25 октябрьда ырчы композитор Ақын Эркин Мукашев сахнада 40 жыл өзүрлүү эмгектенгенине байланыштуу Биз Фрунзеден биз аталышындагы концертин тартуулады. Сахнага чыккан ырчы алгач залда отурган апасына арнап апа деген чыгармасын аткарды. Стоя со сцены, хочется сказать здравствуй, Бишкек. На сегодня это единственный вечер, посвящен, дабы вас всех окунуть во Фрунзе. Уважаемые гости, мы вас всех собрали в этом прекрасном зале, стены которого полны воспоминаний, историй, эмоций. Для любого великого артиста это как родной дом. И для нас действительно большая, огромная отрада, что вы сегодня в гостях Эркина Мукашева. Сегодня уровень вашего богатства станет еще богаче, еще выше, еще наполнится прекрасным вечером ваши бессмертные воспоминания. Мы официально объявляем этот праздник, праздник музыки и любви, открытым! Уважаемые гости, просим вас занимать ваши места поудобнее и наслаждаться. Встречайте, Эркин Мукашев. Ваши аплодисменты! Концертте Эркин Мукашевдин калемине таандык ырлар жаңырып жатты. Композиторлук, ырчылык жана акындыкты чогуу алып жүргөн инсанды куттуктап, Инсан жана Элес тобу, ырчылар Кайрат Примердиев жана Салтанат Ташырова, Элима Дүйшенелиева жана башкалар келип кетишти. Ассаламу алейкум. Бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Биз үчүн да, кыргыз эли үчүн дагы Эркин Мукашев деген биздин байкебиздин, агабыздын, атабыздын, мамабыздын, эжебиздин бүгүнкү жакшы концерт болуп атат. Анан мунун ырлары мындай Айтып коёт казыр, модный же бир күндүк эмес, анын ырлары мындай өмүр бою кала турган ырлар. Эми Эркин Мукашевге, Эркин байкебизге ден соолук, чыгармачылык ийгилик. Ушунча 40 жыл сахнада ушундай аябай элге жеткиликтүү, жүрөккө жете турган ырларды жасап, мындай чанда эле кезигет негизи ар бир ыры хит болот, эрдин жүрөгүнүн мындай орун табат да биз ошого биздин уучулар да макул болот деп ойлойм да. Ошол ден соолукта болсун, дагы ушинтип эле жакшы ырлар менен сүйүнтө берсин, бизге да жакшы ырлар жазып берсин да. Эркинбай, жазып бериңиз, мы вас просим. Сөзүн жазып берген Эркин Мерканов, музыкасын жазган сөзүн Эркин Мукашевдики. Ошол экөө биригип Эркин Меркашев болот да. Лето деген чыгарманы өзүнүн музыкасы сөзү өзүнүкү. Вот история, про историю я рассказывал. Я лично знаком с ним, наверное, не было, наверное, лет 11, когда я первый раз его услышал. Потом познакомились, когда мне было лет 14. То есть, не соврать, это уже около 30 лет, да? 25 лет. Нет, 30. Короче, мне сейчас 42, было 14, 32 года. Вот. Ну, так как это в то время это было такое очень модное, очень новое влияние, потому что наши доморощенные музыканты создают свою музыку, поют свои песни. Они, естественно, были героями для многих молодых музыкантов. Поэтому мы все их знали, все их всегда уважали и относились к ним очень трепетно. Байкешки же все равно. Ну, безусловно, я думаю, что влияние, да. Конечно, они показали же примером, что можно да, свои песни петь. Мы бы не знали, мы бы думали, ну, фольклор есть, да, такой есть, народное есть, да. А вот такие люди, как Эркин, они создавали такую городскую такую культуру, субкультуру, да, пласт такой. Музыки именно, да. Поздравляем с таким классным событием. Дай бог, чтобы таких событий у Эркина было еще больше. Скажем, каждый там, год пусть будут какие-то концерты, пусть он будет нас радовать еще своими песнями. Творческого долголетия. Да, он необыкновенно продуктивный вообще человек. У него постоянно песни, какие-то тексты, все это много. Вот, и поэтому в этом плане, наверное, творческого долголетия ему уже, он уже написал, наверное, лет на 20 вперед. Но самое главное здоровье, да. Эркин байкеминен мен деген 2007 жылдан бери танышмын да. 12 жылдан бери танышмын. Эркин байке мындай жаш жаң чыгып келаткан ырчыларга дайым ушундай өзүнүн жакшы сөзү менен ушундай жакшы кеңеш акылдары менен айырмаланып келет. Анан кийин мага дагы ошолордун ичинде өз көп жерлерден кеңешин айтып мындай репертуар боюнча жашоодогу деле ар кандай
ситуацияларгачы. Кийин ушундай өзү дайым өзүн ушундай агалык жакшы мындай агалык милдетин сонун аткарган деп айтсам болот. Анан кийин ошол учурда мына биз чогуу иштеп калдык. Баягы кафе ресторандарда иштеп жүргөн кезде ошондо Эркинбайке менен чогуу иштеп калдык. Анан коллега катары дагы аябай жакшы адам. Себеп дегенде баягы күнүгө иштеген адам эми иштеп жүргөн адамдар билет го эми күнүгө иштегенде ар кандай адамдар жолугушат да коллективдин ичиндечи. Ошонун ичинде мына Эркинбайке дагы как коллега катарда аябай сонун мындай жаркыраган дайым тамаша сөздөр менен көңүл ачып турган ушундай жаркыраган адамдардын бири. Анан мына бүгүн сонун концерт берип атат. Ошол концертте колдоп келген баардык күйөрмандарына дагы мен ыраазычылыгымды айткым келет. Ушундай колдоп дайым жүрө бериңиздер. Бул себеп дегенде Эркинбайкенин чыгармачылыгы биздин кыргыз эстрадасында өзгөчөлөнүп турат. Өзүнүн ырлары менен, чыгармалары менен. Оондору жакшы, аябай сөздөрү жакшы. Андыктан ошо куттуктайм мен дагы ушу бүгүнкү концерти менен. Эркинбайке менен биз бир убакта ушу Дождь деген мурунку 93 жылдарда жазылган ырлардын бирин дуэт катары аткарганбыз. Бирок кийин менин баягы улам Россияга кетерген себеби менен Эркинбайке клипке жалгыз аткарганга баягы ушундай болуп калган да, аткарып калган. Ал эми мен Россияга баягы концерттерге барып жүргөн кезде ошо баягы Зима жана Осенняя звезда деген ыр барго, ошол ырын Россияда дагы ырдап жүрдүм мен концерттердечи. Көп 20 шаарда ырдадым го. Анан кийин ушу уккан элдер дагы аябай жактырып калып атышты, ал ырды дагычы, себеп дегенде эми сонун ыр го. О дешип мындай жактырып калып атышты. Анан мен планымда бар болчу, ал жактан радиолордон ошол ырды чыгарайын депчи. Мен студиядан жаздыргам да ал ырды. Бирок ошол учурда баягы нары бери барып келүүлөр аябай көп болуп калган себебинен радиолорго да ушу кирип жетише албай калдым. Ошону менен бирок кандай бир чыгарам го буюрса. Мен репертуарымда бар ошол чыгарма. Для меня это такое запоминающееся действие, день, который мне запомнится надолго, если не сказать навсегда, потому что все артисты, которые исполняют мои песни, они профессионалы высокого класса, лучшие силы этой страны. Я очень рад, очень доволен. Спасибо большое всем от души. Мне очень нравится, как есть такое выражение, без сучка и задоринки. Все идет как по маслу. Дай бог. Да. Вообще, вы, наверное, считали или не считали, сколько вы песен написали? Потому что тут очень много артистов, поют да. Только ваши песни. Ну, это песни, которые поют здесь. Я же очень много пишу в Казахстан, пишу в Россию. Если так считать, я, честно говоря, можно сбиться со счету. Там порядка 500, наверное. Это то, что поют. А то, что в студии лежит, то, что я там написал куплет, только куплет, там, то, что ждет своего времени, своей участи, своего хозяина, не хозяина, своего исполнителя, то очень много. Я очень быстро пишу. Я сажусь за клавишу, и тем более я же сам тексты пишу. А тексты я вообще в день могу там по 5-6 стихотворений написать. Я просто они сами откуда-то приходят сверху. Кто-то мне оттуда скидывает их. Эркинбайке, самый главный вопрос. Да. Сейчас 40 лет. Тому, да. Как вы поете, вы на сцене. А помните первый раз, когда вы вышли на сцену? Конечно, я помню. В 17 лет меня пригласили в филармонию, вот только не это была филармония, старая филармония, Чороко Джамджара. Я в 17 лет начал профессиональную деятельность. И, конечно, помню свою первую песню. Моя первая песня была «Бечимага Джарм Кашик Музыка». Такая песня называлась. «Бечимага Джарм Кашик Музыка». Я, кстати, хочу ее сделать, эту песню. Это Чором мне сказал, тебе нужно спеть эту песню. Кечени күлкүгө жана сыйкырга бөлөө милдетин фокусчу Адил Кайыпов колго алыптыр. Аны Эркин Мукашев Адил Жолдубай Кайыповдун уулу деп тааныштырганы көпчүлүккө жаңылык болду өңдөнөт. Там у меня поворачивай. Раз, два, три. Смотрим. Сзади, я хочу сказать, что на самом деле так дам удержим, да? У нас короли. У вас было видение, на самом деле у нас у всех дамы, посмотрите. У нас у всех дамы не было никакого короля, честно. Спасибо. Он достойный сын своего отца, знаете, его сын, папа, Жолдубай Кайыпов, который я очень любил. И вот, наверное, все любили его отчество. Он достойный сын своего отца. Спасибо большое. Концерт аяктары алдында Эркин Мукашев өзгөчө толкундануу менен залда отурган кызына арналган чыгармасын аткарды.
Ошентип Эркин Мукашевдин досторун, туугандарын жана күйөрмандарын бир залга чогултканконцерт 2 саатка созулуп аяктады.